Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Юди. За микрофоном по-прежнему я, Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Life is Strange. Остановились на том, что мы с вами приехали в закусочную Два Кита. Вон тут тетенька какая-то на велосипеде катается. Да, и перед началом данного видеоролика хочу сказать вам всем приятного аппетита. Не забудьте поддержать меня лайком, подписочкой на канал, конечно, комментарием. Да, и еще что, я, короче, только что приперся с ночной смены. Так что, да, я могу быть сегодня слегка ватным и запинаться очень сильно больше, чем обычно. Я еще себе чайка налил, короче, чтобы горлышко смачивать. Попишу вас звуками немножко. Так, тут какая-то интересная женщина стоит и странный мужик. Вот я на него в прошлый раз внимание обратил. Давай поговорим. Привет. Вы заблудились? Я, короче, решил оставить пока что... Господи, что у тебя с лицом? Онлайн расписание не работает. Я вроде, кстати, закончил рендер и поднял максималочки, сделал. Но они какие-то все равно, если честно, мыльные. Ну ладно. Так, вот что я говорю? Говорил. А, я говорю то, что решил оставить пока что локализацию русскую. Не успел, точнее, еще не выкладывал видео с вопросом, так что можете под этим еще видео написать, типа нормально, ненормально, но пока давайте так, типа потом как пойдет. Только что проехал. Я только сошла со школьного автобуса, но рейс свой вот-вот должен подъехать. Слава богу, нельзя же опоздать на собеседование. Я должна ехать до самого Ньюпорта, только чтобы устроиться на вторую работу. Все настолько плохо. А где сейчас хорошо? Я не могу позволить себе даже жить здесь. Ну, удачи вам. Она мне пригодится. На самом деле, блин, но не сказать то, чтобы у нас с работами так-то тоже все в порядке, но мне кажется, в Америке, даже вот в таком небольшом городке, типа, зарплаты намного больше, чем наши средние. Ты что скажешь? Болтать. Я уже почти миллионер. Да, вот мой счастливый билет. Жду автобуса, чтобы обналичить его. Ну, красава, чё, я могу тебя поздравить только с тем, что ты стал миллионером. Мне б твои достижения. Ну, хотя... Я б мог, конечно, но тоже похвастаться, но не буду. Этот грязный фургон я видела вчера. Да, мы его помним с тобой. Чё, а здесь рисуночек пропал или он с другой стороны был нарисован? Чё-то я уже не помню. Ты чё рычусь? Кому сказал уймись? Ва-ва-ва-фа-фа-фа-фа-фа. Какой злой и недовольный пёпсель. Что-то пугает меня этот парень с собакой. Ну так нормальный пацан. Опачки. А ты кто у нас? Что за брошюры? Только взгляните на эти брошюры. Жаль, что их никто не читает. Ну в смысле никто не читает? Я читаю. Вернем жизнь Аркадия Бэйс. Посем наш залив. Остановим технологию... техногенную засуху, извиняюсь. Что-то говорю, туплю еще с утра. Доброе утро. Похоже, вы настроились на отличный улов. Если бы, юная леди, Аркадия Бэй больше не тот рыболовный городок, в котором я вырос. Город изменился? Неужто город так изменился? Борода Нептуна, да! Такое ощущение, будто королем гавани я был в прошлой жизни. Блин, вот если честно, они озвучены, типа, прям как-то с натяжкой. Ну, блин. Я прям не знаю... Я очень сильно сомневаюсь до сих пор, оставлять мне ли озвучку русскую. Возможно, мне все-таки лучше самому читать, хотя я тоже без особого выражения так-то это делаю. Но, блин, я не знаю, просто хотя бы их голоса в английской локализации звучат адекватнее. То есть он бы это нормально сказал, а не вот это «Борода Нептуна, да!» Ну что это такое? Вы долго протянули, у вас есть лодка. Вам повезло, что вы протянули так долго. Да, раньше рыба сама прыгала ко мне в лодку. А потом Прескотт вместе со своими финансистами распустили весь наш порт. Но, блин, Прескотт, как обычно, очень влиятельная семья. Они и город могут переименовать в Прескотт Бэй. Если ты понимаешь, о чем я. Ладно. Я бы хотела узнать больше, но должны идти. Короче, какой-то неинтересный чел на самом деле. Удачного вам улова. Мне больше интересно с Хлойкой встретиться, но я хочу еще здесь побегать, ну, сколько это возможно.
газетка, читать. Снег. Снег. Хорошее начало истории. Ну да, точно, да, извиняюсь. Метеорологи сбиты с толку. Национальная метеорологическая служба пока не в состоянии объяснить причины недавнего снегопада, обрушившегося на Аркадия Бэй. Но мы зато можем объяснить причины тому, что придет катаклизм и будет всему жопень. Здорово, простите, мужик! Сэр? Не город, а недоразумение. Весь мир в огне, а на наших главных полосах снег. На следующей неделе они поди про облака напишут. Так так-то на самом деле снегопад странный, этот ты чё? Этот снег очень странный. Он пошел прямо посреди теплого дня. А бред про глобальное потепление — это северо-запад. Снег здесь не в диковинку. А я вижу статьи, что Аркадия Бэй процветает. В газетах только и гораздо писать об этом, либо о пропавших девицах. На самом деле этот чел прям какой-то тоже душный. А Рэйчел Эмбер? Чисто чел негативный. Она сбежала от скуки. Да кто бы не свихнулся от нее. Да, говорю, я, короче, себя теперь статистом каким-то чувствую, чисто на фоне чего-то под это поддакивающим. Бездомная. А что-нибудь еще здесь есть? Я, конечно, поговорю сейчас с тобой, но я сначала посмотрю, что здесь есть. Что-то на самом деле ни хрена пока что. Привет. О, взгляните. Юность собственной персоной. Готова поспорить, что ты студентка? Да, я учусь в Академии Блэквелл. Вижу, что ты очень мудрая девушка. Я ведь все знаю про Блэквелл. И этот город. С ней, конечно, можно поспрашивать у нее. Давай вот узнаем насчет Прескотов. Мне достаточно интересно. У вас, наверное, есть компромат на семью Прескотов. Вот именно. Вот это я хотел узнать. Вся история — компромат. Когда-то они делали благие дела для города. Те дни мертвы, как и все на их пути. Я знаю человека, которому они угрожали. Тогда будь его ангелом-хранителем, потому что никто не устоит на пути этой семьи, особенно закон. Черт, да они даже школой твоей владеют. Практически. Ну, самое главное, что практически. Что ты скажешь про Джойс Прайс? Ну, типа, мама. Вы, наверное, Хлойки. Знакомы с Джойс Прайс из «Двух китов»? Она кормила меня больше, чем собственная семья. Ее дочь постоянно впутывается в передряги. А еще она замужем за тем мудаком. Это Дэвид Мэтсон. Его зовут Дэвид Мэтсон. Сказал мне как-то: найди работу, козел. Не знаю, что Джой с ним нашла, но он ее недостоин. Ну, я еще не говорил с Джойс, не знаю, насколько она хорошая здесь. 1000 лет. Я прошла с этим городом все его перемены. Что с тобой случилось-то? Что с вами случилось? А чего со мной не случалось? Иногда твоя жизнь сворачивает совсем не туда. Но все говорят то, что Джойс прямо какая-то хорошая. Наделала ошибок, обманом потеряла состояние. Потом дом, и вот я здесь. Простите, а вы когда-нибудь выбирались отсюда? А куда мне податься? Извиняюсь, очень сильно. Я ненавижу солнце и люблю туман. Спать. Может, я и бездомная, но Аркадия Бэй по-прежнему мой дом. Мне нужно идти. До встречи. Так, все, наконец-то я хочу с Хлойкой наконец-то встретиться. Я, конечно, мог и не смотреть эти все диалоги. Нет, туда мне не нужно. Но я думал, можно все-таки туда сходить. Мог не смотреть эти все диалоги, потому что они на самом деле здесь достаточно такие, как я понял, ну, ни о чемные, бесполезные, чисто так обстановку узнать. Ни хрена тут заклеила всю Хлойка. Эти запахи, звон ложек. Будто бы мне снова 13. Нахрена там кто-то из соседей упал? Блин, тут опять все можно осмотреть. Вот ты чё, кто ты? Что-нибудь крупное поймали? Если ничего это крупное, то да. Целую тучу. А теперь оставь меня, я в печали. Понял тебя, ты какой-то, ну, такой... Чел негативный, вообще не позитивный, если честно. А ты что скажешь? Привет, привет! Посмотри, какой чудесный день! О, да, день будет клевый, приятного аппетита! Ты ведь это хотела сказать? Даже я бы так не прочитал. Может быть, и прочитал бы. Автомат с жвачкой.
25 центов. Готова поспорить, что это та же жвачка, что и 5 лет назад. Ну, я не удивлюсь. Этому парню смелости не занимать. Присоединяйтесь к морским приключениям, Кусто. Хорошо, не буду. Здесь что? Мне кажется, что это совсем не весело. Туры какие-то рекламируют. Надо это что? Надо затянить эту тему. По следам Сасквотча. Там каких-то этих ищут, инопланетянинов. И ни слова про отмороженных студентов с пистолетами. Превосходное обучение искусству и науке на протяжении более чем 100 лет. Бесплатные экскурсии по кампусу каждую третью субботу. Понял? Так. Кейт Марш, уже давно люблю тебя. Аркадия... Осуждаю! Я не знаю, можно ли, короче, такое на Ютубе говорить и показывать вообще. Спасибо, быдло-поэт. Но на всякий случай скажу, осуждаю, хотя меня это на самом деле вообще бесит. Это что такое? А, это сфоткать можно? Огонь, иди со мной. Хорошо. Чё тут еще? Рэйчел должна мне минет. Мерзость. Как твоя мамка? Смывайте раз, ссыте на пол, понял? Люблю хулиганить. Вот это классика вообще, мне нравится. Реально, ребят, я сегодня, если честно, вот прям вообще что-то пока что не в духе. Может быть, я и раскочегарюсь ближе к серединке ролика. Но пока что-то так. Чего тебе? Мне хреново. Я перепил пиво, так что отвали, прошу. Дай мне пострадать в одиночестве. Люди в таком состоянии так не разговаривают, чего переозвучить. Добрый день, сэр. Опа. Добрый день, юная леди. Выглядите растерянной. Нет, я здесь не в первый раз. Нет, я здесь не в первый раз. Это мой четвертый дом. А я бы сделал двух хитов и моим первым. У Джойс всегда просто реактивный кофе и самые сочные бургеры. Ты на вид ровесница Хлои. Давай про Хлою. Значит, знаете Хлою? Это печально, но у нас в участке каждый знает Хлою. Блин. Бедная Джойс. Слышал даже, что у нее травку в комнате нашли. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Я не слышал этого на полицейской волне. Джойс сказала, что это был косяк подруги Хлои, но сомневаюсь. Джойс не сказала, чей? Я не сказала бы. Побоялась, что я арестую кого-нибудь. Можно подумать, я бы не стал. Переговорил бы с этим неудачником и сказал бы держаться от Хлои подальше. Или ему не поздоровится. Шучу. Да и за ними приглядывает Дэвид Мэтсон. Она твоя подруга? Я ее знаю. Я ее знаю. Знаешь, от нее одни неприятности. Все же она хорошая подруга. Бывает и так, но как настоящий друг она всегда появляется тогда, когда нужна. Похоже, что ты хорошая подруга. Жаль, что Хлою нельзя назвать хорошей дочерью. Там целый кусок диалога, ну вот тупо выкинули. Я даже... Откуда я мог знать? Я бы прочитал его сейчас. Ну ёб твою мать, короче, ладно. Мне пора идти. Я уже хочу побыстрее к Хлойке дойти, потому что... Между делом скажу тебе одно. Держись подальше от фургона снаружи. Обычно я стараюсь не подходить к модным фургонам вроде этого. Мудро. Парень, который там живет, Фрэнк. Довольно мутный тип. Это все, что я пока могу сказать. Так, пора прикончить мой кофе и приниматься за работу. Ну, это достаточно антуражненько было. Дальнобойщик. Сейчас я не в настроении трепаться. Нужно доставить желудку порцию хорошего завтрака. Конец связи. Понял тебя, конец связи. А, привет. Пардон, Ва, но ты мне глаз мозолишь. Тут так себе поле обзора. А все остальное, значит, вам глаза не мозолят. Плевать хотел я на твое остроумие. Ты звучишь как Джойс. А какая она? Деловая и умничает, как ты. Джойс классная. Джойс классная. Мечтаю стать такой же, как Джойс. Короче, я можно буду чисто вот в квадратике сидеть и все. Вы будете смотреть кино. И все это время а я так. Джойс достает меня с неизменным усердием. Ну, в этом вся она. Я преклоняюсь перед каждым ее шагом. Славно.
Жду не дождусь посмотреть, как ты будешь разносить жирный бекон, когда вырастешь. Прямо как Джойс. А теперь прошу прощения, но мой кофе меня заждался. Хорошо. Бутерброды, но это фигня. Использовать. Нотки банджо, нотки гитары, мотивы гитары. Давай мотивы гитары сделаем. Вот это уже получше будет. Ладно, садимся на диван. А где Хлойка? Она же должна была быть уже здесь. Блин, там скейтеры были, друзья, я с ними не поговорил, капец. Это, наверное, плохо. А вот и она, очаровательная юная леди. Как твои дела, Макс? Привет, Джойс. Рада снова видеть тебя. Ты все та же. Все та же официантка в двух китах столько лет спустя? Нет, все так же прекрасно. Отличный ответ, детка. Хотя не совсем. Тебя ведь вчера застукали с косячком. Дэвид рассказал мне эту мерзкую историю. Мне жаль, что ваше знакомство состоялось именно так. Он хороший человек. Что бы там ни говорила Хлоя. Я не сомневаюсь. Ну так-то о нем вообще не лестные отзывы ни от кого, если честно. Это было недоразумение. И весьма глупое. Мне очень жаль. О да, это была неприятная новость. Хотелось бы, чтобы ты стала для нее хорошим примером. Обязательно. Обещаю. Я знаю, что вам с Хлоей пришлось тяжело. Простите, что я не звонила. Мои родители сейчас в Сиэтле, а я здесь сама по себе. Такая судьба. Ни о чем не сожалей. Ты стала жить дальше, как и я после смерти Уильяма. А Хлоя? Хлоя предпочла злобу. Но, надеюсь, мы будем видеть тебя чаще. Хлое нужны старые друзья. Джойс, я очень сожалею об Уильяме. О нем помню только хорошее. Рада слышать, Макс. Чудесные воспоминания – это его подарок нам. Даже если Хлоя этого еще не понимает. Ну, она так-то говорит очень сильно здравые вещи на самом деле. Блин, мне... Я не знаю, какой была Хлоя раньше. Может быть, она была и намного лучше. Типа, не варила всякую дичь, как сейчас. Хотя мы особо-то и дичи не видели с ее стороны. Просто об этом все говорят. Но, возможно, в следующих частях мы о ней более-менее что-нибудь узнаем. Хлоя понимает, я не знаю, что... Хлоя понимает, просто ей нужно время. Я представляю, как вам трудно. О, она прошла через все фазы. Исключение из школы, побеги из дома, наркотики, плохие парни, татуировки. Теперь же она бунтует против своего отчима. И я ее не виню, то есть... Правда? Он не так строг, как ты думаешь. Но ты сказала ему, что это был твой косяк. Я, наверное, эту серию доиграю с озвучкой и отключу. Что-то мне прям вообще не особо. Я решил, конечно, попробовать. Но давайте уж доиграем эту серию с озвучкой. Дэвид напугал меня, я не знаю. Дэвид очень испугал меня, когда сказал, что лишит стипендии из-за этого дурацкого косяка. Один косяк еще никому не ломал жизнь, Макс. И ты молодец, помогал, что вступилась за Хлою. Шучу, наркотики зло, ребят. Но Хлоя спровоцировала его. А это тоже несправедливо. Он сполна заплатил на войне. Дэвид беспокоится за нее, как и за остальных студентов. Но она же не студент. И, наверное, о Кейт Марш. Дэвид говорил о ней. Но я не вникаю в его дела. Я не могу выполнять его работу, а он мою. Смекаешь? Вчера я сфотографировала его во время стычки с Кейт. Я думала, вы знаете причину. Хорошая работа, Нэнси Дрю. Но кроме тебя есть только одна студентка, за которую я беспокоюсь. А ведь ее исключили. Так, а теперь давай вернемся к рутине. Чего же ты желаешь? Омлет с беконом или бельгийская вафля? Я бы омлета сейчас навернул. Я мечтала о твоем омлете с беконом. А теперь прикончи свой кофе. Слишком много прикончить кофе. Прям такой, не один знаю. Омлет с беконом для... Граффити ботана. Похоже, Орен был здесь. Так, давай кофе пивнем. Сладостное ожидание завтрака.
Блин, надо было реально с этими пацанчиками поболтать. Ой, там жопу видно, там это по полужопе копилка. Ты видел? Мне пиво и бекон. Вон, смотри, копилка. Это закусочная, а не бар. Нет пива? Вот над буквой Т, где взглянуть написано. Смотри, копилку видно. Окно. Маяк выглядит таким загадочным. Хотела бы я остаться в этом мгновении навечно. Ой, а что это там, кстати, я сейчас только заметил. Вот я увидел и сейчас обдумал, мне показалось или нет. Мне кажется, мне не показалось. Там, короче, студия... Что это за клоповник? Вот это 1.95 или 195? Что может стоить в баре 195 баксов? О. Я мне омлет несут. Я слышу твой учащий живот уже отсюда, Макс. Держи. Тебе понравится. У меня уже слюнки текут. А поцеловать в щечку? Ой, все, не могу поверить, что ты уже девушка. Когда я смотрю на фотографии Хлои... Помянешь дьявола? А вот и панкушка наша пришла. Мама и Макс снова вместе. А Хлоя снова в поисках бесплатного обеда. Расплачиваться будешь своими деньгами на колледж. Не волнуйтесь, я ее угощу. Каешься за вчерашнее? О боже, мам, пожалуйста, не лезь с этим к Максу. Она извинилась. Я знаю. Макс хорошая девушка. Ей уже 18. И слишком стара, чтобы слушать ваши лекции. Если не хочешь лекций, веди себя нормально. Хватит с тебя сегодня одного куска бекона. А вы, ребята, все те же. Поэтому все так херово. Что это за херня играет? Это так-то я включил. В смысле херня? Врежем рок в этой дыре. Итак, покажи, что ты можешь. У меня нет никакого объяснения. И я не понимаю, почему мне привиделся этот гребаный торнадо. Я не могу, короче, все, меня убивает эта озвучка. Ребят, извиняюсь, конечно, но... К сожалению, я ее отрублю. On, да тебе, наверное, мне нужно доказательство того, что ты можешь перематывать время. Все происходит так быстро. Начнем с малого, прямо здесь, сейчас. Я могу назвать все, что лежит у тебя в карманах. У тебя рентгеновское зрение, чувиха, даже не знаю, что в них. Посмотрим. Окей, Макс. Но, Макс, удиви меня. Жевательная резинка. Старая жвачка? Мимо. Не впечатлена. Ладно, госпожа экстрасенс, давай-ка я покажу тебе, что в них на самом деле. Это был провал. А ведь я чуть тебе не поверила. Ладно, Макс, внимательно все изучи и ничего не забудь. Так, ключ с мишками, хорошо, я понял. Пачка сигарет. В сигарет в ней 3, 4, 5, 6, 7. 7 сигарет. Монетки. Это что у нас? $4. Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 центов. 56. 75. 81, а это я хрен знаю, что это такое. Так, раз, два, три, четыре. Шесть однёриков, три четвертаков. Одна какая-то говняшка, я даже не знаю, что это за монетка. Unity States of Arcadia. Три четвертака, один четвертак, 25 центов. Одна монета 25 центов, 6 монет 1 цент. А, это монета в 5 центов. Во, все, я понял, что это такая. То есть в итоге получается 75, 86 центов. Все, понял, 86 центов. Штраф за парковку. Регион номер.
Хорошо, я вроде более-менее запомнил. Мотаем. Итак, я рассказываю тебе, что у тебя в карманах. Ладно, Макс, я вся во внимании. Ключи. Твои ключи от машины. Пф, слишком просто, мне нужны подробности. Опиши мой брелок. Брелок пингвин, пиксельный брелок сердечко, брелок панда. Там была брелок панда. Милый робот панда. Неплохо, Супер Макс. Колфилд, везучая ты чертовка. Что еще? Сигареты. Ты наверняка таскаешь с собой сигареты. Да, ты знаешь, что я курю. Но сколько у меня сигарет? 7 сигарет у тебя. Суперспособность, которая позволяет считать сишки грудь. Потрясно, что-нибудь еще? Деньги. У тебя есть мелочь. Ну, конечно, я ж пиздецкая богатая. Сколько именно? 86 центов, я посчитал. А то я живу на широкую ногу. Это было клево. Поехали дальше. Штраф за парковку. Ты отлично меня знаешь, но когда именно меня спалили? 10:34 или там 11:10 было, я забыл. 11:10. Совсем не то, значит 10:30 было. Ладно, госпожа экстрен, давай я покажу, что в самом деле в моих карманах. Блин, а во сколько был штраф за парковку? Я забыл. Я не знал, то, что она именно это спросит. Да, 10:34. Я вот думал, либо 11, либо 10:34. Ладно. Мне нужна еще попытка. Я не понял, как быстрее время перематывать. Ну, точнее, я понимаю, но я не понимаю. Так, давай, ключи. Брелок панда. Сигареты. 7 сигарет. Деньги. Быстрее. 86 центов. Штраф за парковку. Десять тридцать четыре. Макс может определять чуть-чуть время. Охренеть, у меня буквально вся спина в мурашках. У тебя есть способности. Да ну? Убери этот хлам со стола, Хлоя. Конечно, ма. Как еда, Макс? Даже вкуснее, чем я запомнил. Хорошо сказано. Не, все-таки английская озвучка намного прикольней. Оно и видно. Она голодная, говорит то, что она. Глазам своим не верю. Ты должна показать мне что-то еще, что-то покруче, чтобы я поверила без вариантов. Я предскажу будущее. Не гони. А теперь внимательно следи за всем, что произойдет, чтобы поразить Хлою своих... Так. Did you break another cup? Really? No refill for you. Да, вызвали по рацию, разбил стакан. Ушлёпки. Не трогай меня, сучонок, устрой большой скандал. Он первый начал, а я закончу. Таракан. Смотри, таракан ползёт. Это пока лучше. Ну что ты ждешь? Я запоминал, что произойдет, если что. Я предскажу 4 события, которые произойдут за следующие полминуты или около того. Полицейский роняет свою... Дальнобойщик роняет свою кружку. И Джойс ругает его. Так, что произойдет потом? Полицейского вызывает по рацию, он уходит. И он продолжает есть свой пончик. И его напарник уезжает без него. Так, вот это. Полицейского вызывает по рации, но его напарник уезжает один.
Ладно, поглядим, как оно будет на самом деле. Джойс с Тревором дерутся. А, Джастин с Тревором дерутся, и Джойс дает им пару плюх. Джойс остужает их пул, Джойс не обращает внимания, и Джойс их подзадаривает. Остудил их пыл. Justin and Trevor are fighting, and Joyce breaks it up. This is getting good. Все интереснее и интереснее. Жду не дождусь продолжения. Автомат сходит с ума, когда на него забирается таракан. Когда на него садится муха, когда на него садится бабочка, когда дальнобойщик... Ну, таракан там был, да. Автомат заползает таракан, и он сходит с ума. Звучит странно, Макс, но давай поглядим, будет ли все так, как ты сказала. Did you break ты снова разбил кружку, серьезно? Really? Так держать, Ма. Ты снова разбил... Да, это было, да? Придется завтракать, где мой напарник? Hey, ты говорила, я сто пудов поехал замещать пару. Да-да, ушлепок, не трогай меня, сучку. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach. Ты даже про таракана знала. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Верности Макс и силам данным ей. This isn't a toy, Chloe. Это не игрушка, Хлоя. Мне нужно быть осторожной с ними. Черт, это два. Конечно, это игрушка, лучшая из всех. Ты можешь с кем угодно зажечь и бум, без обязательств потать время. Ничего не было. Взрослей. Может, ты ко мне уже клеилась? Yes. Ну да, конечно же. Ты можешь перемотать время, Макс? Это же полный пиздец, нам нужно поиграть. У меня нет времени. Да ты что гонишь? Ой, это твой нос. Кокс унюхнул. Эй, ты в порядке? Too much excitement. Переволновалась. Видишь, что приключается, когда мы снова тусуемся вместе? Тогда пойдем в одно место, тайноубежище, и потренируем твои способности. Тебе нужно... Okay, girl wonder. Что-то там. Ну что, чудо-девочка, показывай дорогу. Берлогу. Вы что не доели, твари? А вон там сосиска сквозь тарелку торчит. Я все видел. Что за подлагивания были? Подожди, я хочу с ними поболтать. Hey, Тревор. Эй, Макс, кстати, я в курсе, что ты видела меня в общаге. Комната Даны? Да, когда ты выходил из комнаты Даны. Да, и мне наконец-то пришлось рассказать Джастину, он ведь тоже на нее хлёстывал. И как он отреагировал? Я его накурил. Все обошлось. Все равно в Блэквилле что-то там. Увидимся на занятиях, Макс. Да, я, конечно, не успеваю иногда читать с озвучкой английской. Но, блин, мне на слух так намного приятней. What's up, Justin? Как оно, Джастин? Жду свой кофе, чтобы потом скрасить за чуть-чуть там занятия. Ты разве не должна заниматься фотографиями? Я их всегда делаю. I am always taking photos. Прямо как ходячая камера. I am a camera. You crack me up, Max. Угар, Макс, хотя я ж под кайфом. Сейчас все смешно. You should be studying. Лучше бы ты учился, плохиш. So where's all your homework? А ты чего не за домашкой сидишь, школьница? Сделала уже. К слову о плохишах. Я видела, как твой бро Тревор крался из комнаты Даны. Тревор наконец рассказал мне про их шуры-муры с Даной. Пальма первенства за ним. А я прощелкал. Увидимся, Макс. Да, хорошо. Погнали. Okay, Supergirl. Ладно, Супергерл. Пора навестить мою секретную убежище. Не вздумай отвечать, нам нужно столько мест посетить. Ну же, пока мама снова не начала, рванули. Это Кейт Марш из Блэквилла. Вот те раз, мне 5 лет не звонила, а то с какой-то сучкой общаешься, скоро увидишься в школе. Все равно с тобой, Маршал Блэквилл, без тебя есть с кем потусить. Не, надо ответить, потому что это Кейт, она там на всю голову шизанулась. Hey, привет, Кейт, как дела? Чудесно, твоя подруга не смущает тебя. Ты в порядке? Обещай, Кейт, я не забуду. Клянусь. Просто сделай домашку и успокойся. Я правда думаю, что не стоит путываться вот тут прямо сейчас. Я позвоню позже, идет? Thanks, Max. Спасибо, Макс. Если тебе интересно, если тебе интереснее с Кейт, то иди, не дури. Чё, погнали? Погнали. Sucks that Chloe and Joyce got Отстой, Хлоя и Джойс снова
поссорились. Да короче, насрать там нормально все. Меня этот чел напрягает, типа, он фургон его уже видели у школы, ну, у университета, у колледжа. Это во-первых. А во-вторых, он еще и здесь появился. Что тоже, кстати, ну, подозрительно, так скажем. Ну что, на гонках? Не отставай. Интересно, сколько еще раз на этой неделе ты на меня обидишься? Это зависит от тебя и от того, насколько удачно пройдет проверка. Добро пожаловать, ржавое сердце Америки, мое логово. Дикую и необузданную. Это на тебя похоже. Макс, ты хоть представляешь, насколько это круто? Я вернула свою лучшую подругу, на которой только жил. Чего там, суперсил? Вот именно, это про развлечься, короче. Издеваешься? Хватит с меня оружия после вчерашнего, Хлоя. И меня пугает, что ты носишь ее с собой. Ты что, мне не доверяешь? Доверяю, но не с этим пистолетом. Ты сильный... Ты сильнее целой армии. Не пугай моего малыша. Не пугайся моего малыша. Да, говорю еще раз. Типа, я читаю не так быстро и иногда не успеваю дочитывать. Но реально, мне комфортнее. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Найдешь 5 бутылок, пока я подготовлюсь. Пиво и стрельба – отличное nice сочетание. You can handle it. Ты справишься, теперь найди нам 5 бутылок. Пожалуйста. Блин, она мне нравится, она крутая. Ну, жопа. Эй! Я должна искать грязные бутылки, пока ты здесь прохлаждаешься. Это нечестно. Я готовлю полигон, Плакса. И ломаю голову, пытаюсь понять... Что-то там, бог или боги. Так что, поволнуйся. Мы ведь и правда можем заставить весь мир повиноваться. Ну да. Как только пойму, как именно сила работает, бог должен разбираться в этом. Аминь. А пока ты будешь строить свою империю, я буду следить, чтобы не было больше угара и кутежа. До победного конца я совсем... Я всего-то... Итак, сойдет. Посмотрим, на что ты способна. Короче, мне надо 5 бутылок найти. Гильзы. Гильзы всем свежие. Видимо, у нее есть еще пушки. У каждого автомобиля есть своя история и легенда. Это, кстати, факт, да. Да блин, птички орут прикольно, конечно. Старая кукла. Ой, бедняжка, совсем одну тебя здесь оставили. О, бутылки. Я вон вижу, тут подписано бутылка. Но как туда залезть? Может, здесь что-нибудь есть? А, это вот ее, походу, логово как раз-таки, да? Заглянуть. На это больно смотреть. Рэйчел, скорее всего, это Хлоя, да? И цвета, типа, подпохожие. Взглянуть. Не представляю накрашенную Хлою. Накрашенную. А кто ее представляет накрашенной? Песня Рэйчел. Сделает ли это Хлоя когда-нибудь подборку для меня? Они правда были близки. На месте Рэйчел могла быть я. Ну, возможно. Опа. Иди нахуй, да ты. Ауч. Ай. Хорошо, пойду. Но я бутылку нашел, меня это уже радует. Одна есть, осталось еще 5. Hello, bottle number one. 4 more to go. Ламаленд там. Взглянуть. I want to die. Я хочу умереть. Мамочка, кто это написал? Who wrote this? Это чё? So Rachel did Значит, Рэйчел была на вечеринке Циклона. This flyer is dated right Судя по дате на листовке, это было как раз накануне. Хлоя была здесь, Рэйчел была здесь. Написать. Now we're officially a trio. Теперь мы официальное трио. Осталось отыскать Рэйчел. Макс была здесь. А я не знаю, надо было это делать или нет. They would have gone all Они собирались вернуть до самого Лос-Анджелеса ради рейва. Прикольно.
Ага. Ну, вроде мы здесь в ее халупе все осмотрели. У нее тут даже ковры какие-то, бульбуляторы. Ну, это ладно. О, это что? Что тут написано? L.A. А, L.A., сучка. Ну, типа Лос-Анджелес. Могли бы просто L.A. написать. Нет, туда я пока не пойду. Ладно, пока туда и не собирались идти. Я просто думал, вдруг можно. Разваленная машина. Вся эта ржавчина меня успокаивает. Я мрачный или просто годка? Доска, взглянуть. Можно использовать эту доску как мост. Она вроде не особо тяжелая. Ага, ну типа, а как ее достать? Другой вопрос. Шприц. Какая мерзость. Стремно видеть использованные шприцы. Это, кстати, да, реальный факт, то, что типа использованные шприцы, это типа какая-то мерзость. Типа, если вы обкалываетесь, то, блин, приберите за собой, ребят. А Гера так-то это зло на самом деле. Так, доска, мячик. Бигфуты были здесь. Топ сомневался. Передвинуть. Немного тяжелее, чем я думал. Она мне, кстати, в таком состоянии напоминает Джоэла из Last of Us. Бутылка взять. Это вторая, да? Мне надо 5. Бом, осталось найти 3 бутылки. Птишки. Птишки, идите отсюда. Присесть. Если я присяду, то она будет типа раздумывать, да? На чем-то. Эта свалка то еще. Тот еще клоповник, но я помню, почему. Понимаю, почему Хлое здесь нравится. Стимпанк! Это ее тема. Чувствую, будто мы с Хлоей снова в детстве, прячемся где-то. Строим планы на будущее. Несмотря на все этот хаос, я такая более рада снова. Зависимость с ней. Я так счастлива, будто мы вдвоем вернулись в прошлое. Все, ты больше ничего не будешь говорить. Окей. Орен что-то пишет. Звони в любое время, если будут вопросы. А, подожди, что-то тут. Какое время мы сообщили? Конечно, я оставлю тебе список необходимых книг, фильмов, ты знаешь, как я люблю. Время. Пошли обезьяничать. Ньюберг в 60 милях, так что нужно выехать часов в 5. Я поведу. О да, поедем на твоей новой тачке. Надо закупиться перед поездкой. Может, сначала сходим поужинать? А может, и не сходим. Короче, пошли обезьяничать. Слишком поздно. А время 9 у нас утра. Ну, ладно. Короче, до 5 нам надо вернуться в общагу. Хорошо, я это запомнил. Я надеюсь, Хлоя на меня из-за этого не обидится. То, что мы все-таки решили до 5 вернуться, а не с ней тусоваться весь день. Я бы не обиделся, если честно. Я понимаю просто то, что у людей есть свои дела. И типа, ладно, мы потусовались, хорошо, можно и разойтись. Но если бы я был одинок, то, наверное, я бы тогда обиделся. О, бучилка. Дурацкая бутылка. Хорошо, а как мне по-другому ее достать? Есть ящик. Я, наверное, мог без перемотки это сделать. Теперь давай, доставай. Осталось 2. Да, и чем... Это самое жуткое, что здесь есть. И чем меньше бутылок остается, тем больше их искать. Ой, тем... Ремонт не подлежит. Короче, чем меньше бутылок остается, тем сложнее их искать. Так, в принципе, со всеми поисковыми приколами. Интересно, сколько поколений моды прошло через ее недра. Да до хрена. О, крысята. А, это белка. Тут что у нас? Опа, костер. Взглянул. Это полумрачное местечко. Ну, зато здесь есть бутылка.
Кайф. Осталась последняя. Ёпта! А можно остановить перемотку? Пожалуйста. Кейт что-то пишет. Макс, спасибо, что посоветовал мне пойти в полицию и рассказать им о Нейтане. Я так рада, что ты встал на мою сторону. Только поэтому я и сохранила веру. Чмок. Кейт, я на твоей стороне. Пожалуйста, если возможно, упоминай меня пореже. У меня и так хватает проблем. И спасибо тебе огромное, что поговорила со мной утром. Мне было очень плохо. И мне нужен был друг. Ты меня поддержала, как обычно. Чмок. Чмок в пупок. Хорошо. Тут там уже какая-то старая, видимо, информация, только она до нас поздно дошла, так что она уже не играет роли особой. О, последняя. На самом деле, это не было слишком сложно. Вуаля, пора отнести нашу добычу капитану Хлои. Ух ты, похоже, это та же самая лань, которая была в моем видении в Торнадо. Только она какая-то странная, мыльная. Это лань что-то, то, что она для фото. А чё она такая мыльная? Чё она прозрачная? На фотке тоже прозрачная будет или нет? На фотке пусто. Странно. Пень. Можно осмотреть в пень. Но кусок ткани взглянуть. This was an это old был олдскульный панк-футболка. Была олдскульная панк-футболка. Ну, была. Опять же, была. Тут вроде есть что-то прикольное на этой локе. Но прям что. Так безумно интересно, я чё и дошел. Может быть, вы мне и напишите то, что я что-то просрал. Ну и ладно. Потом, значит, найду. Бутыльки. Thanks, Max. Спасибо, Макс. А чё одну-то отдала, а не пять? То есть у нас по итогу 6, да? Wait. Подожди. One more for the road? Одна еще на подходе. You're serious about this? Ты серьезно? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single. Мы постреляем все бутылки. Макс, you have to help me aim. Будешь помогать мне прицеливаться. Show me the way, Max. Направляй меня, Макс. I need to see you shoot. Сначала мне нужно, чтобы ты выстрелила. Лошара. Show me the way, Max. Правее бери. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Охренеть, Макс, ты это видела? Да. That was so fucking cool. Это было охуеть, как весело. Теперь вторую. Now, Max, итак, Макс, куда мне целиться? You're on target. Ты прицеливайся и жми на курок. Ну, тут выше явно. Now, Max, выше. Where do I aim? Aim slightly above. Возьми чуть выше. Right between прямо the eyes. Промеж глаз. Yeah. Watch out, Nathan. Берегись, Нейтан. Now that is fun. Вот это я понимаю веселье. Давай жарим на полную. Найдем мне другую цель. Хочу быть креативнее. Тумба, бочка, телевизор. Давай получим вон то обод слева. Наберегись, обод. Hello, yes! Так-то. Nice shooting, Ted. Отличная стрельба. Now that's what I'm talking about. Вот это понимаю. Довольно? Like never. Как никогда. So я хочу еще одно cool сверхубийствующий выстрел. Как насчет вон того драндулета? Ну, dude, I need a target before I shoot. Мне кажется, надо в бензобак стрелять. Let's see what happens when you shoot the gas tank. Давай посмотрим, что будет, если ты попадешь в бак. Назад, сейчас рванет. Down, машина минус, среди бутылок потери нет.
Feels good, but I didn't прикольно, я так не попал ни в одну бутылку. А, мне типа обязательно, чтобы ты в бутылку попала? Dude, I need a target. Стреляй в стекло. Давай посмотрим, как летит лобовое стекло. Белка вылезла. You guys better run for cover. Ребята, говорит, лучше прячьтесь. Давай в бампер. Прочтите бампер как следует. Goodbye, прощай, жесткий танк. Ох, ёб твою мать. Дурацкий пистолет, держись, Хлоя. Ну, тупая, взяла себя, подстрелила. Ну давай стреляй в покрышку. Как насчет подстрелить левое колесо? Адиос, колесо смерти. Ох, ёб твою мать. Uber cool. Убойно? Поверить не могу, что все это за правду. Мне лучше потрогать супергероя. Теперь твой черед спустить курок. I don't know. Ну, я не знаю. Макс, твой нос. Damn. Черт. Мне что-то нехорошо. Ох, ё-моё. Ё-моё, извиняюсь. Это очень громко, да. Я сам в шоке. You freaked me out there. Ты меня до усрачек напугала. Полегче? A little. Намного. Thanks немного. For helping me. Спасибо, что помогла. Просто just дай мне минуту. Give me a minute. Too much action for слишком Arcadia? Много экшена для Аркадии? Maybe not enough. Или недостаточно? This но is kind of это весело. Scary, страшно stupid, и глупо, но весело. Fun. Let me know when you feel okay. Сообщи, когда тебе станет легче. Боже, really эти силы и правда что-то делают с моей головой. Хорошо, God, что я снова норм. Look at her. Взгляните на нее, Chloe в руках even chill out playing with пистолета, она все равно расслаблена. С кайфом. Ну все, вроде мне легче. Okay. Что ж, похоже, looks ты like готова to рвать и метать. I don't я что-то не уверена. Ты боишься неприятности попасть? Ох, Техник Макс боится. Я ж знаю. Ты справишься, а я здесь что-то направить тебе. Дай мне подвиг. Опа. Эй, ты же Тельма. Чёрт, где Бонни и Клайд? Не мешай нам, Фрэнк. Простите, Хлоя. Я не буду вам мешать наслаждаться, налаживать узлы. Я слышал выстрелы. То, что вы играете с оружием, очень мило. Вспомнил себя в ваши годы. Между нами нет ничего общего, чувак. Нам обоим нужны деньги, а у тебя дела еще хуже. Ведь ты мне дохуя должна. Не так ли, Хлоя? Получишь свои деньги. Разве не с тем? Не все, все так говорят. А что у тебя там, малышка? Покажи. Let me see. Where did you get that bracelet? Откуда у тебя этот браслет? A friend. От друга. Это не твое дело, business. Мать. You're my business. Мать его дело. That's Rachel's bracelet. Это браслет Рэйчел. Какого хрена он тебе делает? Успокойся, лады. Это был подарок. Нет, ты врешь. Ты украла его. Немедленно дай мне его. Мудак. Лучше отойди, иначе ты пожалеешь об этом. Красавица. Или хочешь, чтобы тебя порезал? Please. Пожалуйста. Please step отойди. Back. You're kidding. Шутишь? Шути снова, опусти его. Выстрелить, ёб твою мать. Боже, ржака. Я запомню тебя, малышка. Я запомню, как ты меня чуть не застрелила. Ты будешь мечтать, чтобы отшиб тебя память, потому что я ничего не забываю. You have until Friday. У тебя есть время до пятницы. Don't ever не вздумай выкинуть like мой номер снова. It'll be the last time. Иначе будет твой последний раз. Try bullets next time. В следующий раз не забудь зарядить Brainiacs. Пушку, идиотки. Не забуду, не забуду. Sorry. Прости.
You are awesome. Ты офигенно. Thanks for standing Спасибо, up что уступилась за меня. Let's blow. Идем. Моя секретная убежище сегодня не слишком секретно. At least Frank is По крайней gone. Мере, Фрэнк ушел, больше он к нам не прикопается. Ему нужны только его деньги. Jesus, Господи, я чуть не застрелил этого мужика. Теперь он будет еще опаснее. Ну, возможно, он и будет немного опаснее, но в следующей wow. серии уже, ребят. Why did Frank have Rachel's да, bracelet? Хорош. We need to talk about this later, but Потом, I better короче, follow Chloe ребят. Now. На этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Если понравился данный видеоролик, поддержите меня лайком, подписочкой на канал и, конечно же, комментарий. Не забывайте про группу Telegram, ссылочка закреплена в описании. А пока, всем до новых встреч. Всем пока-пока.